пока вот такое стоит. Какое? Ну, Алиса это. Да бесплатно. А как же ее устанавливать? Именно навигатор? Или вообще? Вообще или Алиса. Поболтать с Алисой? Да хрена, ну, чтоб там может вопрос какой-то задать, чтобы она ответила. Да Яндекс открываете и разговариваете. Зовете ее, она сама. Как, просто открыть Яндекс? Открываете Яндекс, да, то там есть кнопка, там, то, что вы хотите сказать. Нажимаете на кнопку, говорите Алиса и задаете вопрос. Ой, я тупая такая, я, наверное, ничего и не сделаю. Она везде, в Яндексе, она, в навигаторе даже нажимать ничего не надо, ее позвала она сама. Будешь в машине ехать с ней, заговоришь за нее, она сама. А это просто я у себя там ищу Яндекс, да? Да, 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 он у вас Яндекс стоит. У меня Google, Яндекс браузер. Не знаю. Яндекс браузер, если стоит. Так, а поехали сюда, наверное, сразу. А какому? Ну, все равно, да. Через вниз. YouTube, Google. Не, именно Яндекс. Я не вижу Яндекс. Значит, надо установить. Заходите в Play Market. Я пишу Яндекс, я потом установлю. Да, да, браузер Яндекс. Установить, он там за 10 секунд станет. Все, открываете и пользуетесь. Ясно, спасибо. Хоть погода, хоть чего, хоть просто с ней поболтать. Поболтать как когда не с кем. Тихо, я все время с кем-то болтаю практически. Поэтому если такое возможность существует, помолчать, я лучше помолчу. Попросить там песню какую-то найти, сказку рассказать, анекдот найти на какую-то тему, что угодно. Погода в Луганске, я говорю. А там у меня и так есть погода в Луганске. Так мне ничего не набирать не надо. Позвал ее, спросила, она тебе все расскажет. Ну это ж у вас на 072, а у меня на 072. Да какая разница? Кнопочный телефон. У меня не было этого тогда. А если МТСный, так он у меня нигде не работает, только возле своего этого. Ну ясно. Не, ну тут у меня стоит же и интернет. В Украине хорошо, приезжаешь на Украину, там везде есть интернет. Ты ходишь здесь по городу. Был бы там интернет нормальный, а то тут в Москве хорошо. Даже вот было. Не знаю. 7 лет назад. А вот